Владимир Путин 25 апреля ответит на вопросы россиян. Звонки уже начали принимать. Номер телефона для обращения к президенту 8 800 240 40. Можно также отправить бесплатное смс-сообщение на номер 0 40 40. Трансляцию прямой линии 25 апреля будут вести сразу несколько федеральных телеканалов. Первый, Россия-1 и Россия-24. Также радиостанции «Маяк», «Вести-ФМ» и «Радио России». Надо сказать, что некоторые из жителей Ноябрьска тоже отправили свои вопросы. Один из них о сумме средней заработной платы в городе, о которой говорят в последнее время эксперты и экономисты. Отправив такой вопрос, люди надеются, что, быть может, президент ответит, откуда в Ноябрьске берутся такие цифры по зарплате. Пусть, если не в прямом эфире, хотя бы письменно.